Всем привет, друзья! Ужин, на ужин. Картошечка сварил. Даже вчерашние роллы, мини-пицца, растягайчик. Тут имбирь, васаби, ну этот соевый соус, как его. Ну вы поняли, как он называется. Мазутный соус, во. Что, начнем доедать вчерашние роллы? То, что не доел вчера, съедим сегодня. Горчички. Угу. Кстати, на второй день роллы, кстати, намного вкуснее почему-то. Я когда в первый раз ел, мне так же показалось сейчас. Так вот помажем. Сюда. И это сюда. Делаем тройной удар. Только другой. Соответственно, им польем. Вот так. Так будет намного интереснее. Кстати, васаби вообще тема. О, не васаби это, или васаби. Имбирь. Сладенький такой. Что, начнем с мини-пиццы. Написано, что с ветчиной. У нас тут еще вчерашние, не только роллы, но и компотик остался. Вчера так налопался этих ролл с ушами, что даже компот тяжело было допить. Куда ты нахуй? Сытная тема. Но пицца вкуснее. Как ни крути, суши, роллы хорошо, но выпечка как-то лучше. Мне завтра на работу.
Почти все настроение уже не то, как в первый выходной. Кто-то написал в комментах: скажи, когда ты снимаешь, сколько часов, какой день. 15:01. Сегодня 19 декабря. Ну, если вы смотрите этот видос, то скорее всего 20 декабря. А может быть, сегодня залив, не знаю. Скоро Новый год. Что планируете отмечать или нет? И так в семейном кругу. А кто-то может на работе. Мне не повезло. 1 числа на работу. В том плане не повезло, что поспишь мало, да еще и с похмелья. Пусть даже с легкого похмелья, но все равно с похмелья. Мне охота в 6 утра вставать. Часам бы 9 бы еще, ладно. Ничего так со соевым соусом, то этот картофанчик. Его бы чуть-чуть менее посоленее, соленый слишком соевый соус. Его бы убавить бы соли бы, вообще был. Вообще бы бомба. Растягай с горбушей. Остался. Тут еще можно. И корочки. Черная корочка, что ли, или что-то мелкая, правда. Давненько растягая не ел. Уже растягая. А с мазутным соусом вообще огонь. А что такого? Роллы можно в него макать, а растягая нет, что ли? Я думаю, растягать тоже можно.
Вот и все, друзья. Ужин был, как всегда, на высоте, топовый, топы без очереди. В общем, как всегда,